Это произошло в середине июня на Болтинге, где мучитель животных и владелец пострадавшей собаки имеют смежные сараи. Пес Миша по обыкновению сидел на цепи и никого не трогал, но все равно по непонятной причине разозлил 35-летнего Евгения Корюкаева так, что он принялся избивать животное, причем на глазах у детей, которые регулярно подкармливали собаку. Установлено, что 21 июня 2019 года в вечернее время Корюкаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле дома 119 по улице Франко в Котласе из хулиганских побуждений в присутствии 8-летнего ребенка, схватил за ошейник содержащегося на цепи собаку и нанес ей несколько ударов палкой по туловищу, а затем лопатой в область головы, причинив собаке увечья. Приговором суда живодеру назначено наказание в виде 1,5 лет исправительных работ с удержанием 10% ежемесячно в доход государства. Собаку же ее хозяин лечил долго, и ей удалось выжить, несмотря на серьезные травмы.